Вот, ребяточки, звук есть, смотрите. Показываю, Марина направляет всю деятельность детей, вот чтобы они правильно делали. Показываю. Закрыли. Видите как? Двою половинку давай закроем. Главное сюда не подуть. Если мы подуем, все будем сидеть, как новогодние шарики. Ага. А закопала ж ты красоту. Глянь-ка, ну-ка. Оно потом все. Все появится, да? Какую половинку надо перевернуть, чтобы закрыть шарик? Как вы думаете, какую? Вот эту. Правильно, потому что если мы начнем эту закрывать, все у нас высыпется. Смотрите, я вам закрою. Смотрите, Марина делает как. О, профессионально уже так вот. Самое главное с первого раза попасть. Так. Удерживаешь, никуда не укатился. Держи шарик вот так ручкой. Давай ложку сюда. Держи, вот, держи. Чтобы никуда он у нас не укатился. Твою половинку закрываем. Ой, красота какая. Слушайте, я даже не знала, что так получится. Вроде насыпали, засыпали, вот да? В этот шарик можно вставить ваши фотографии. Но мы уже все закрыли. Вот теперь не вставить их. Дима. Так, все, даже держи вот так вот. Угу. Да. Смотрите, по краям мы шарики должны проклеить, чтобы они нас не раскрыли. Смотри, нет вот такого много. Дима, давай мы с тобой вот это сделаем. Даша, а мы с тобой вот это вот таким цветом. Хорошо? Отлично. Держите шарики. Я пока отрежу полосочки. Вот это фантазия, да? Догадайся-ка так. Вот профессионал, человек занимается таким творчеством интересным. Гляньте, как детям интересно. Так, держите. Ребят, вы такую красоту сделали, обалдеть. Я таких игрушек в жизни не видела нигде. Я тоже не видела. Да. Так. Память так, какая. Держи ножницы. Угу, давай, держи. Давай, шарик вот сюда. Никуда он не укатится. Отрезай веревочку. Отрезай. Знаешь, для чего мы режем? Давай. Давай еще одну. Мы режем для того, чтобы вы сейчас просунете дырочку. Потом на веревку повесим. Нет, не убежит. Дим, ну давай я тебе. Так, а ты... Так, хватай ее. Подожди, подожди. Дим, вытаскивай. Тащи. Угу. Давай, 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 давай. Вот, отлично. Тащи, тащи. Еще, еще. Осторожно. Завяжем узел. Слышишь, ну вообще повесим на елку. Вот так вот наряжать. Просовывать сюда. Так, Диме сейчас мы заклеим. В Инстаграм вы есть? Нет, ну контакты нету. Только. Ну, сохраню потом вот это, посмотрите. Угу. Это я эфир сохраню этот потом. Угу. В Ютуб выложу, будете смотреть. Угу, хорошо. Гляньте, кем Лена Лето, да? Да, Лена Лето, найдете меня. Елена Желанкина, фамилия моя Желанкина. Везде так, в сетях. И Лена Лето, я певица. Угу. Каким цветом тебе бывает? Мой такой, смотри. Сценический такой образ. Вот такой, 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 такой. Каким цветом пришел? Имя мое. Зеленый. Я так и знала, что у тебя будет зеленый. Видите как. Умеешь резать ножнями? Держи ножницы. Давай. Давай. Угу. Давай отрезать. Я давай, так это все еще? Люблю сама. Наверное, все любят, да? В детстве все же делали мы. Мы из фантиков делали в детстве. Ну да, такого у нас не было. Сейчас мы сделаем бантик. Материалов столько сейчас. Вы видите, что вот ручки как умелые делают все. Вы гляньте, профессионал делает как. Ой, ребятишкам наука какая, как это все делается. Смотри, быстро бантик. Вот, на 10 секунд получился бантик. Вот кто-то не придает воспитанию вот этому значения, да? А это же развитие. Держи один, конечно. Так, Димон, держи ножницы еще раз. Дети умственно так развиваются. Давай, быстрее. Режу. Что-то делая. Давай еще ручку. Давай, 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 давай. Вот, давай еще. Иди, ребенок, вот старается. Так. Тогда молодец. Делаем еще один пальчик.
Вот бантик как делают. Видите, бантик вот. Марина, можно сюда вот показать на камеру? О, видите, как вот собирают ручки быстро. Ой, и такой красивый бантик. Вот такой. Просунули. Угу. Все, давай, да. Сейчас завяжу. Соединяй два кончика вместе. Узелок умеешь завязывать? Не умею. Сейчас я тебе завяжу узелок. А шнурки как ты завязываешь? На липучке. Правильно, да. Облегчили жизнь детям. Да. Так, Дим, у тебя готово. Пистолет наш, наверное, нагрелся. Мыши должны... Марина, Наташа, это твоя тема. Тебе же интересно. У меня девочка моя пришла, дочка. Любит вот это все тоже мастерить. Так, пускай еще нагревается плохо. Даш, каким цветом у тебя будет? Ручки вот такие вот получится. Своими руками делают. Ой, и узелок научится. Смотри, как узелок завязывает. Видишь, вон, Лень, как. Петельку сделаю, петельку просунула. Раз. Пускай он будет некрасивый, мы его все равно закроем, и он вообще виден у нас не будет. Вот. Красота все, ребята. Еще? Что вообще сказочное что-то? Давай, ты смотри. Да, да. Волшебник. Угу. Это ж детей, ребят, как это умственно развивает. Дети ваши будут потом учиться хорошо. А дети, которые умеют. Да, это силиконовые формы заливаются. А, ну да, силикон. И такие, такая красота получается. Да. И еще и душистые такие. А это сама, что это, мыло? Да. Это мыло получается. Интересно, каждый свой аромат имеет. Ребят, попадая в сказку, теряешь чувство времени, да? Угу. Оно исчезает просто. Если даже у вас есть билет на поезд, вы забудете про это. И останетесь в Брянске. Нет, надо не забываться. Да. К сожалению, ехать. Надо ехать. Вот. Да, держи, твой один бантик готов. Сейчас мы второй сделаем. Вот приехал Артем в такую поездку. Интересная поездка, да? Прекрасно. Познавательная. Вот что значит мир художников, дизайнеров? Он не должен быть таким стоячим, этот мир. Да, человек должен... Постоянно человек вдохновение. Да, впечатление получать. Так, да, второй. Гляньте, как красиво. Нагрелся, продолжаем клеить. Мы проклеиваем для того, чтобы шарик не развалился. Вот видите, как вот. Даже если он упадет, с ним ничего не случится. Боже, это прямо шедевр. Ты видишь, какая красота. Приедем, будешь собирать игрушку на Новый год? Мы еще сюда приедем к вам. Мы приедем прямо... Садись вон, да. А сделай игрушку такую. Глянь, какая красота. Артемий Батькович. Ну-ка, привезите домой подарок. Вы гляньте, какая красота. Смотри, я сейчас заклею бантики, а ты будешь держать. Считай до 20. Умеешь считать? Да? Ребят, вы ни в одном магазине не купите такого. Вот, здорово. Все, отлично, договорились. Видите, как все это? Целый процесс такой технический. Он и творческий, и он технический. И требует смекалки. Смотри, я ставлю сюда. Одной ручкой придерживаю шарик, чтобы не укатился. А другой ручкой, смотри, вот тут вот пальчиками. Давай вверху. Смотри, как мои стоят. Вот. Давай. Нет, давай. Закрывай. Все. Считай. И считаем до 100. Ты его сказал, умеешь. Один. Один. Два. Три. Четыре. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 78, 79, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 86, 87, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 94, 95, 86, 87, 78, 79, 90, 91, 92, 93,
Молодец, уже молодец, Дим. Ага, отглазили. Да. Отвлекли. Перехвалили. 31. Мама знает, что умеешь считать. Умница. Да, народ-то столько собралось смотреть на него. Все контролируют. Там же труд какой идет. Тут труд. Мы смеемся, для нас очевидно. Конструктором будет. Корабли космические будет строить. Молодец. Все болтают, сбивают, он свою знает, да? Устал уже, Дим. Да? А ручкой другой перехватить можно ему? Ручка устала. Не больше пока не считай. Ручка, наверное, устала держать, да? Ручка устала, ручка. Ручка, ручка устала. А второй ручкой можно перехватить ему? Конечно. Перехватывай другой ручкой. Другой ручкой. Во. И держи крепенько, вот так вот. И держи, все. Умничка. 44. Так, Даша, теперь ты подержи. 46. Так, Дим, отпускай. 46. Ой, молодец какой, ну ты молодец, Ленте. Все добросовестно сделал. А вот. Может, корабли космические делать? Ой. Надежно сделает, правда? Правда, братик какой молодец? А ты какая искусница, смотрите. Умница, гляньте, маленькая сделала, когда? Как тебя зовут? Даша? Красотка, актрисой будет. Будешь певицей, будешь красивая, будешь такая ты. А кем ты хочешь быть? Кем? Еще не знаешь? Раз да. Сегодня проснется, как-нибудь скажу, ну, я хочу быть. Так, все. Гляньте. Ну как вы, шарик, смотрите. Ничего ж себе. Держи. Круто. Вот. Ой, так, давай, ой, круто. Твоя теперь. Ну, ух ты. Да классно, на самом деле. Наверное. Очень красиво. Круто. Слушайте, вообще крутец. Гляньте, а там снежный. А там такой снежный, серебристый тоже. Ой. Шары один другого краше. Серебряных у меня так небольших нету. Надо красненький с тобой наклеим. Да, поярче чуть-чуть, чтобы красненького, да? Ой, вообще. С ума сойти. Вы представляете, у мастера какая фантазия. Вот. Вы понимаете, вот. Ой, вообще с ума сойти. С ума сойти, да? С ума сойти. Марина, вы искусница. С ума сойти. Гляньте, красота. Там кто-то тоже красота. Так, да, что? Один. Это наверное, наше брендское слово, нету, наверное. Никто не говорит. А да. Вон еще с детками пришли, вон тоже. Людей много. Скажи, да? Ой, гляньте, какой супер. Ух ты, тоже какой. Спасибо. Ой. Вы будете варить? Запечалился. Один. Я ему тоже захотелось каких-то, да? А твой какой красивый, глянь. Ой, гляньте, какие ваши шары, ребят. Что один хорош, что второй. А вот с этой бы стороны тоже, чтобы быть, Марина, вот тут вот с этой стороны. Какую-нибудь красоту. Ой. А там, да, вот золотой, да, будет красиво. Ребят, вы молодцы сегодня. Сколько вы сделали красоты. Ой, зеленый, да. На елку повесь. Гляньте. На елку.
На веревочку сделали. Нет, красиво. Шедевры. Вы представляете, что? На память зима. Вы глядите. Ой. Сейчас там. Смотрите-ка, там тоже что-то такое фантазийное, красивое. Ой, гляньте. Сказка, да, вообще все, да? Правда красиво? Ой, вообще. Ну, поздравляем вас с первым таким творчеством, таким серьезным. Ну-ка, дети, игрушки сделали своими руками, представляете? Своими рукой, ручонками. Дива. Ой. Ой. Гляньте. Давайте вас всех. Давайте. Потом поделимся этим прямым эфиром. Красота. Ой, гляньте. Садись пока. А, ага, здесь. Даша, а ты опусти шарик, а то личико закрыла. Сейчас. Нет. Ой. Да. Вот так, вот, вот так. Вот мама, папа. Гляньте, какие молодцы вы. Какие же вы молодцы, ребят. Чудесно. Это видео? Фу, а я держу, говорю, какие вы чудесные. Сейчас я. Вспышку не включили? А где тут вспышка? Ну-ка, включите-ка вспышку. Наверное, вспышку. Ну-ка попробуйте, со вспышкой. Темновато свет не очень. Ну-ка щелкните так. Ну-ка со вспышкой и без вспышки, как будет лучше. Потому что темновато тут, наверное, все-таки. Что лучше? Ну-ка смотрим сейчас со вспышкой. Подустали, да? Чуть-чуть, да? Чем-нибудь сладенькое вам сейчас родители купят? Да, мама с папой. Ой. Надо квартиру забрать. Да. Ой, какая красота. Угу. Какая красота. Я тебе, да, позвоню, когда именно выходи на остановку. Девушка, а можно с кадра чуть-чуть уйти, а? Девушка. Я, ага. Я? Да, мы фотографируем. Вот, чтобы красиво было так, да, вот. Да, да, да. Ой, смотрите-ка, ребятки, сюда. Ой, еще. Шарики вверх поднимите как-нибудь, как на елочку. Вот, вверх, прямо, прямо выше себя, выше себя. Вот такие шарики, вот такие. Вот такие шарики. Вот такие. Красота. Давайте видео вам сниму, будет у вас видео. Видео, давайте вам сниму. Давайте, а где тут, куда, где? Покажите. Видео сниму. Будет у вас видео. А? Сейчас, сейчас, ага. Ой, 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 сейчас. Ага. Ой. Где папа? Папу тащите, да, бегом сюда папу. Видите. Так, ребят, не загораживайте нам красоту. Вот. Ну, сейчас Дима пойдет еще что-то делать. Да, вон. А давайте видео он. Вот чуть-чуть вот. Вот так вот. Мама вот такая чудесная. Дети и папа. Ребят, всем вот. Семья должна быть вот такая. Выходной день. Не мойте, не драйте углы, а идите-ка с детьми. Правда? Углы можно драить. Все дела. Это не повторяется такое никогда. Что-то еще делают. Снеговички, здравствуйте. Сейчас сохраню этот прямой эфир. А там она еще ничем не пахнет.